Добрый день. 5 сегодняшних ответов. Первый вопрос. Многие дети, вряд ли многие, не имеют плановых прививок. Подвержены ли они заражению COVID-19 больше, чем привитые? Наверное, подтвердить не смогу, что они больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Но то, что у тех, кто не привит, у тех детей, кто не привит, очень высокий риск заражения теми болезнями, ну, в первую очередь, дифтерия, корь, ветряная оспа. Безусловно, это так. Поэтому, не прививая детей, вы подвергаете их риску заражения очень многими инфекциями, которые встречаются гораздо чаще, чем коронавирусная. Следующий вопрос. Второй. Правомерно ли принудительно оформить и подписывать заявление медицинскому персоналу о том, что дают свое согласие переходить работать в инфекционный корпус, где ведутся работы по борьбе с коронавирусной инфекцией? Нет. Если кто-то из сотрудников не хочет работать в этих условиях, и в этих условиях и повышенной готовности, и действительно повышенной опасности, он имеет право от этого отказаться. И тогда администрация больницы, медицинского учреждения, я думаю, обеспечит наличие персонала иным способом. Поэтому принудительно заставить кого-то работать в этих условиях, такой возможности у администрации нет. Третий вопрос. Имею ли я право отказаться от теста на коронавирусную инфекцию, если в период самоизоляции не было никаких симптомов коронавируса? Конечно, вы имеете право отказаться от теста, но при этом у врача, который вас наблюдает, не будет возможности оформить заключение о том, что вы здоровы. Вот такая вот коллизия. Поэтому, если вы планируете выйти на работу, если вы планируете закончить самоизоляцию, пожалуйста, выполните те исследования, которые необходимы. Высока вероятность, что результат будет отрицательным, и врач сможет дать заключение о том, что вы здоровы и не представляете опасности для окружающих. Четвертый вопрос. Прочитала пост про провизорный госпиталь в Пуйковском. Ответьте на вопросы, куда будут госпитализировать жители Пуйковского по экстренным показаниям. И медицинские работники госпиталя в обязательном порядке будут отдыхать в перепрофилированной гостинице или могут пойти домой. В части экстренной госпитализации работает больница Пытьяха, Нефтьюганска для госпитализации жителей Пуйковского и Нефтьюганского района по экстренным и по плановым показаниям. А работа персонала будет организована, мы этот вопрос еще завершаем, его проработку вполне возможно. И одно из решений, это один из корпусов больницы будет использован для постоянного проживания медицинского персонала, чтобы была возможность не ходить домой. И пятый вопрос. Подскажите, пожалуйста, если я приехал домой из другого региона России, не был за границей, не контактировал с больными, могу ли я выйти на работу или мне необходимо самоизолироваться и сдать тесты на коронавирус? Если вы приехали в Ханты-Мансийский автономный округ Югру, в Югре такие ограничения для жителей иных регионов страны не вводились, поэтому у вас есть возможность выйти на работу, и самоизоляция вам не показана, ее от вас никто не требует. Но тем не менее, будьте очень внимательны, все-таки если вы понимаете о том, что находились в контакте или в тесном контакте с теми, кто заболел в Москве, в Московской области, например, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, то ну, здесь какое-то, мне кажется, должно сработать все-таки чувство самодисциплины и безопасности по отношению к окружающим. Поэтому есть то, что должны, есть то, что можем. Мне кажется, и право, и обязанность каждого из нас не стать опасностью для наших близких, для наших друзей и коллег. Поэтому берегите себя, ограничивайте свои контакты, берегите своих родителей, бабушек, дедушек. Будьте здоровы!